много выпускников НГУ у нас, соответственно, работает. У нас даже руководители, основатели, собственно, компании, они тоже заканчивали университет. Поэтому я даже не знаю, как это понятие разделить. Студенты – это, собственно, те люди, которые через буквально год-два станут специалистами. Кто-то уже на последних курсах начинает стажироваться у нас в компании. Для нас такая хорошая практика. Мы, конечно, в первую очередь ищем людей целеустремленных, людей, которые хотели бы развиваться именно в IT-сфере. Если у человека уже сформировалось понимание, что он хочет в этом как-то развиваться, двигаться дальше, то ЦФТ – это не просто шанс, а это может стать его единственным основным и самым главным местом работы, которое будет просто, в котором он будет расти из года в год и улучшать свои профессиональные навыки.